Раз, два, так, два блока, это у нас получается 9 и 9, вроде 18 не хватит на полную броньку, поэтому еще... Алло! А с каких это пор у нас вандализм в городе процветает? Ты чё мой сральник потрошишь? Сейчас, подожди. Два, три, четыре, пять, некогда шесть, ждать, я жду объяснений. Так, получается... Блоки на место поставил? Больше стака получается. Вот, в принципе, вот это уже должно хватить. Так... Молодой человек, блоки на место поставил, иначе я вызываю сральную полицию. Не надо сральную полицию никакую вызывать, я уже блоки не смогу обратно поставить, потому что я их переработал в золотые слитки. Вот, нам они пригодятся, пригодятся. Мне кажется, еще можно немножко сломать. Зачем давай. Пригодятся? А это потом узнаешь, потом узнаешь. Так, еще два. Нет, хочу сейчас. Подожди, потоп сральный. Сейчас закроем вот это все, сейчас. Сантехник недоделанный. Ну-ка быстро отвечай мне, что ты тут вытворяешь. Это нам нужно будет в этой серии. Подожди, еще что-то. А, нужно? Ну хорошо. Я вот это все возьму, еще вот это. Так, а вот это поставлю. В принципе, он пока что протекать не будет, поэтому нормально. Все, можем спускаться. Все, пошли. Ты где? Кать! Я? Сейчас. Подожди, я тут блоки TNT возле твоего маяка расставлю. Кого? Да я быстренько, не волнуйся. Раз и подожжем. Пока не скажешь. Давай. Так, подожди, стой со своим TNT, стой. В первую очередь, Катежопик, надо читать комментарии подписчиков. Не зря они подписчики. Ну, подписчики, те, кто подписывается на канал. А кто не подписывается на канал, тот кто, Кать? Не подписчик. Не подписчик, вот, так вот, подписчики в предыдущих сериях писали то, что золото в новой версии Майнкрафта будет ключевым ресурсом, и без золота мы не сможем отправиться в ад, вот. Поэтому... Наконец-то справедливость восторжествовала, но я все равно поджигаю, тут нафиг все. Кать, нет, подожди, все, мы прям сейчас, в эту же секунду, Кать, он сейчас реально подожжется! Мы прямо сейчас отправляемся в ад. Я там тебе все расскажу. Хорошо? Ломай это к чертовой бабушке. Взрывная женщина моя. Девушка. Пошли. Пошли. Не дай бог не расскажешь, я обижусь. Все расскажу. Ну расскажи. Парковочка. Так, крафтить. Значит, получается, надо скрафтить один, потом сразу же второй. Делаем вот так и делаем вот так. Не расскажешь, да? Я расскажу, все расскажу, Катя. Дай мне немножко времени, и я все расскажу. А, еще ж Кате надо, или Кате не надо, или Катя обойдется в этой жизни. Скрафчу. В смысле Катя обойдется? Катя не обойдется, сейчас все скрафчу. То-то и оно крафт. Только что ты крафтишь-то? Потом тебе покажу. Так, все скрафтил, вот это, и вот так это все заберу на всякий случай. Вдруг оно нам пригодится. И, в принципе, все, пошли, Кать. Пойдем. У нас сегодня день моды, или я не могу понять, у тебя Украина перевернута с шляпой и нагрудником. А чё тебе не нравится? Это мой сегодняшний наряд, мой новый лук. Кать, мне кажется, надо пройтись по подиуму. Точно, у меня же есть подиум. Пошли. Ну ладно, нет. Подожди, у нас же подиум есть, Кать. Серия выживания без подиума, не серия выживания. Давай, ныряй. Ай! Если кто-то не знал, Катя здесь под нашим аквариумом построила модный приговор. Катя, на счет раз, два, восемь, валяй. Давай. Раз, два, восемь, валяй. И вашему вниманию предоставляется новая коллекция Minecraft City. Городской стиль, утонченная ткань, новые материалы. Не колется там вот это в попу, не западает вот это все. Нормально, джинсики хорошие, вот ботинки тоже кожаные. В общем, покупайте, 300 денег. У кого есть лишние 300 денег, валяйте их Кате. Катя сошьет там такой же костюм. Неплохо, чтоб в следующей серии у меня точно такой же костюм был. Пошли. Да ладно, на самом деле, просто скучно было, я решила все красители поиспоганить у нас и кожу перевести. А я приукрашусь вот так. Мне просто захотелось сегодня походить вот в таком вот стиле. А я сегодня каком? Буду парень твоей мечты просто. Подожди. Ты весь сезон выживания от самого начала хейтишь золото. Что произошло? Если моя девушка обожает золото, значит я тоже должен его обожать. Это залог крепких отношений парня и девушки. Очень странно, что ты решил это на сотую серию только. Не важно, все, давай заходи внутрь, заходи, давай. Ярик.
Кабанчики слева от нас! Сюда, 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 сюда! Кать, сюда! Стой, 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 стой! Давай за мной! Я с ними поговорю, я с ними поговорю. Стой. О чем? Не приближайся, главное. Пацаны! Смотри, у этого трусы золотые, у этого нагрудник золотой, у того там справа шлем золотой. Вы, походу, один комплект одежды на всех, да, разделили? Подойди, Кать! У вас тут что, золотая вечеринка, да, что ли? Да, у нас тут золотая вечеринка, я просто пытаюсь вбиться в их ряды. Подходи, Кать. Так, ща мы с вами познакомимся, чуваки и чуванессы. А, ты на кого меч свой золотой поднял? Офигели, что ли? Ну-ка, отошли, чё они меня бьют-то? Свинорылы просто. Ну неплохо, братишки, неплохо, сестрички. А, так подожди, я ж тебе не рассказал, они не бьют тех людей, которые носят золотую броньку. А я весь золотой, поэтому они меня не бьют. Ты это когда узнал? А, вот только сейчас, вот только что примерно, вот минуту назад узнал. А, поэтому ты себе сделал золотую броньку, а мне нет, да? Да. Молодец, просто замечательно. Ладно, держи, надевай, потому что надо читать комментарии подписчиков, и вот тогда будешь знать все секреты Майнкрафта. То самое чувство, когда реально комментарии подписчиков под одной серией полезнее, чем все наши 90 серий выживания. Я не хочу свою модную броньку снимать, ну ладно. Кать, ты вся золотая, мать, ты посмотри, ты сверкаешь просто как принцесса Майнкрафта. Хе-хе-хе, стейк хочешь? Давай, спасибо. У меня целый стак. Но это еще тоже не все. Пошли. А я тебе сейчас покажу магию. Я на самом деле не знаю, чем с ними можно торговаться, но эти свинорылы обожают просто золото. Я даже не знаю, кто из вас больше обожает золото, они или ты. Так, вы успокойтесь, бешеные, бегают туда-сюда. Все сюда, пацаны, все сюда. Смотри, если я кому-то из них выкину один золотой слиток. Вот держи, вот ты, держи. Собрал. Он мне взамен выкинул два красных гриба. Смотри. О, дай мне золото, дай мне золото. Подожди, подожди, подожди. Пацантре, поторгуйтесь со мной. Держи, заберите, заберите. Он мне выкинул четыре незерский кирпич выкинул, вот. Дай мне золото, ты все-таки мой сральник распотрошил. Ладно, держи, потом мы его обратно построим. Давай, иди поторгуйся с кем-то. Так. Вот с тобой. А, это не ты. Этот не торгуется. Давай с ним. А что вы все разбежались-то? На, держи. На тебе. Золото. Бери. Вот. Гриб, еще один гриб. И смотри, золото твое в руку взял и на него пялит просто прямо сейчас. И за все. Давай еще. Торгуемся. Он мне грибы выбрасывает, коричневые. Пацаны, нате. Ну и что ли, жители? Опа, еще гриб. Понимаешь, что это так бессмысленно? У нас грибы растут в лесу сами по себе, мы тут золотом разбрасываемся. Ну, тоже верно, но это еще тоже не все. Давай мы подойдем к другим. Давай, иди сюда. Вот к этому. Так, пацантре, я пожертвую вам своим вот этим золотым нагрудником. Вот к этому. Сюда подойди. Как мне сказали... Ты щедрый. Вас можно одеть? Стой. Вот, на, держи. Заберите кто-то. Взял в руку и убежал, воришка! Ну, он наденет? Подожди, на еще вот это и на вот это, забирай. Ты такой щедрый. А этот другой спер носки другой спер. Подожди, под труханы надевай. Напялил труханы! А этот ботинки? Ты смотри, какие моднявые, нафиг все золотые просто! Слушай, может быть, мы создадим свою армию? Не поверишь, у нас с тобой получается один мозг на двоих. Я только что подумал именно об этом, чтобы у нас была личная золотая армия. Офигеть. Сейчас я этому сделаю, точнее не сделаю, свои штаны отдам вот этому, а то он чок. Давай, отдавай ему золотые штаны, а вот ему золотые носки отдавай, будут красавчики. На тебе, вот, даже я тебе, вы дурак. Эй, кто-то другой спер, ты. Так, тебе осталось отдать еще кому-то свой шлем, чтобы ты вообще голенький остался. Давай. Да без разницы, забирайте, вот все, он мне не нужен. Кто первый ухватит, того и шлем будет. Вот какой мал... О! А, ну все. Ты меня развела как лохопуда просто! Я забыл! Ты посмотри, какая собака! Я нужен хотя бы один кусочек какой-то золотой брони, чтобы они тебя не атаковали. Она меня сейчас как лохопеда развела, типа, отдай свой шлем, они начали меня бить, Кать!
Ты так лоханулся просто, я не ожидала тебя, что ты поведёшься. Я что-то тоже завтыкал как-то. Вы просто слишком вот это вникли в то, чтобы одеть вот этих свинорылов. Все, давай, текаем так, отсюда. Так, ладно, ладно, давай, пошли. Давай, как раз тебя кое-что ждет дома. Кто меня ждет дома? А, сюрприз тебя ждет дома. В честь чего меня дома сюрприз-то ждет, а? Ну как это в честь чего? Ты в календарь-то глянь, вообще посмотри, какое число. Праздник. 22 февраля? Праздник? У кого праздник? Чебурак, на, держи стейк. Давай мы лучше покормим всех наших животных, а то под каждой серией подписчики достают то, что у нас целый зоопарк, и мы просто всех забываем кормить. Мастер Они Маргарита. Сами себя покормят, сами себя покормят, а вот ты сам себе подарок не подаришь, пойдем. Какой подарок? Ты не можешь человеческим языком объяснить? Завтра 23 февраля. Ну, смекаешь, это день мужчин. Так это не день мужчин, это день тех, кто служил. Я же не служил, поэтому зачем мне подарок, а? Подожди, ты мне сам говоришь, что ты служил в Майнкрафте. А откуда он здесь взялся? А я не знаю, но мне да. Было сейчас немножко неловко. Он натворил беду. Ладно, потом залатаем. Так вот, я не служил. Так вот, говорю, в майнкрафтских войсках служил. Ты мне сам рассказывал, когда мы только познакомились. Такой, я вообще-то офицер Майнкрафта. Нам дадут сегодня договорить с Катей. То бисекрепим, то вот этот. Когда мы знакомились, я тебе ничего подобного не говорил. Я не служил в майнкрафтовских войсках. Кать. Ты мне показывал свои звездочки на погонах. Я тебе... Это ты мне свои звездочки показывала. Я тебе ничего свое не... Я тебе ничего свое не показывал. А тем более сразу же, как только мы познакомились, я тебе ничего не показывал. Подожди, так ты служил в майнкрафтских войсках или нет? Если служил, получаешь подарок. Не служил, не получаешь подарок. Ну, я играю в Майнкрафт примерно скоро уже будет 7 лет. Можно считать то, что я ветеран? Ветеринар. Ближе к сути, давай, чё тянешь кота за причиндалы? Да ты сам тянешь кота за причиндалы, вот это вот пойдем. Я бы сказал то, что мне сейчас страшно, но мне не то, что страшно, мне страшно. Вот тут твой подарок находится. И мы сейчас его откопаем. А зачем ты забор наш ломаешь? Здесь нет никакого подарка, здесь земля. Земля-то землей, пойдем дальше. Кать, сама все это будешь застраивать заново, я... Так это надо, вот это, на шелковое касание эти фонари ломать, Кать! Ой, ну прости, ну вон там твой подарок торчит, забирай. Вон там вот видишь, ножки торчат такие вот красивые такие, ножки, копытца. Боже мой, если выбирать из нас, кто служил, то мне кажется, его армия потрепала, а не меня. Кожа до кости. Даже кожи нет, только кости. Кать! Я в третий раз за этот сезон спрашиваю, откуда к чертовой скелетной бабушке у тебя лошадь-скелет? Ну, мы с подписчиками договорились, там обсуждали, что тебе подарить на 23 февраля. Они мне подсказали, я сбегала в майнкрафтовский магазин через дорогу, там хлебушек купила заодно, и вот, приобрела вот это вот коня. Скелет-лошадь! У меня есть зомби-лошадь! У меня есть скелет-лошадь! Кать, да у меня уже все царство лошадей скоро будет! Они будут дружить. Ёханый... Скажи, пожалуйста, откуда у тебя скелет и зомби-лошадь? Это секретная информация. Подарок получил, все, радуйся. Все, хватит. Так, постой, подержи эту лошадь, чтобы она не... С ума мать сошла, ты что у нее с снежками бросаешься? Ой. Так, мастер, иди сюда. Мастер, твое время вышло. Ну, не в том плане вышло, а ты отправляешься к Маргарите, да? Вот сюда, вот. Переселение вселенское. Так, вот это, заводи вот сюда к зомби-лошади, вот скелет-лошадь. Они 100% подружатся, давай. А, не помещается. Подпрыгни на максимум, попрыгни. Ой. Попрыгни. Ой, нас сам, короче, я не умею. Ой, вот тут внутрь сломай.
О, все, зашел. Вот так, ага. Прекрасная пара. Просто цирк уродов. Или зоопарк уродов, я даже не знаю. Зомби и скелет. Слушай, а если между ними сделать вот это, чики-бомбони, кто получится? Зомби или скелет? Слушай, нет, все, хватит с нас чики-бомбони на ближайшее время, поэтому даже думать не смей об этом. Я не знаю, кто тебе из подписчиков это сказал, чтобы сделать такой подарок, но это реально приятно, даже учитывая то, что я не служил. Получить зомби, и скелет-лошадь, это просто нереально, какая крутая коллекция у меня лошадей будет. Ну ничего, подойди сюда на мост, подойди вот сюда на мост, встань на мост. Скоро, Катя, 8 марта. Я тебе такой подарок забабахаю. В слюнях просто утопишься, какой у меня подарок будет. Ты себе даже не при... Ты мне лучше сральник почини, это будет самый лучший подарок. Надо сральник. Всё, поэтому давай, бегом. Ты броньку сними, чтобы я ее обратно переделал в блоки. Вот. Поносила и хватит, надевай свою вот эту модную какой одежду. На, забирай и иди чинить быстро, чтобы к вечеру было все готово. Все будет, сейчас мы восстановим. И сральник, его дееспособность. Будет как новенький! Кать! Тут больше половины блоков не хватает, а золота больше нет! Так это в чем вообще проблема? Отправляешься в шахту, ищешь золото. А может ты? У меня же все же праздник, а не у тебя. Потрудись сегодня, мать. Праздник завтра. Работа сегодня. Ладно. В шахту, так в шахту. Так, ну-ка, иди сюда. Нет, я в шахту! Пока!